окном чулок старушка вяжет в комнате уютной, и в очки свои большие смотрит в угол поминутно. А в углу кудрявый мальчик молча к стенке прислонился. На лице его забота, взгляд на что-то устремился. Что сидишь все дома, внучек? Шел бы в сад, копал бы грядки, или кликнул бы сестренку, играл бы с ней в лошадки. Подошел к старушке внучек и головкою курчавой к ней припал. Он молчит, глаза большие на нее глядят лукаво. Знать гостинцу захотелось, говорит ему старушка, винных ягод, винограду, или тебе нужна игрушка? Нет гостинцев мне не надо, у меня игрушек много. Сумку ты купи, да в школу покажи-ка мне дорогу.